Вы смотрите новости онлайн. Актриса и певица Людмила Сенчина, скончавшаяся 25 января в Петербурге, будет похоронена на Смоленском кладбище города. Такова была последняя воля певицы. В театре сообщили, что о времени и месте прощания с Людмилой Сенчиной будет известно в ближайшее время. Организацией похорон занимаются близкие артистки. В театре и в Смольном им пообещали всестороннюю поддержку. Причиной смерти певицы стала тяжелая болезнь. О заболевании знали многие коллеги по цеху. Но, как отмечает директор театра музыкальной комедии, никто не думал, что недуг будет так быстро прогрессировать. Уход артистки стал шоком для поклонников. Несмотря на болезнь и ухудшающееся самочувствие, певица превозмогала боль, много выступала сама и вела концерты. Последний раз ей рукоплескали зрители на концерте в октябре прошлого года. Жизнь Людмилы Сенчины тесно связана с Ленинградом. Она переехала сюда с Украины сразу после окончания школы, отучилась в музыкальном училище имени Римского-Корсакова и устроилась в театр музыкальной комедии, где проработала много лет. Всесоюзная известность пришла к певице в 70-м году, когда на «Голубом огоньке» она исполнила песню «Золушка». Впоследствии артистка часто выступала на телевидении, она пела, вела программы, неоднократно становилась лауреатом конкурса «Песня года». Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!